С кем вы хотели бы побеседовать из тех, кого уже нет в живых? Ну, если говорить о великих людях, скажем так, то есть много личностей в истории, которые меня, наверное, как и многих, привлекают, но одна меня притягивает совершенно особым образом. Это выдающийся богослов, философ Аврелий Августин. Вот, хотя я боюсь, что ему было бы со мной не очень интересно.